как мне кажется, очень полезную встречу. И таких встреч нашему городу действительно не хватает, потому что сейчас все больше людей, которые начинают увлекаться бегом на длинные дистанции, плаванием, триатлоном. И мне очень приятно видеть здесь сегодня столько единомышленников, потому что у нас отличная возможность, во-первых, увидеть друг друга не в гидрокостюмах и не в беговых шортах и майках, а возможность увидеть друг друга в приличной одежде, в приличном месте. И сегодня мы поговорим о триатлоне, спорте и бизнесе. Меня зовут Аня Шагинян, я руководитель школы бега «Элаф Раннинг» и школы плавания «Элаф Свиминг» в Санкт-Петербурге. Мы периодически проводим такие встречи, лектории, куда приглашаем интересных людей. И сегодня, на мой взгляд, у нас очень интересный спикер и важный для любительского спорта в нашем городе человек Виктор Осокин, президент председателей клуба. Неважно, в общем, компания О2 Групп. И попутно Виктор является президентом соревнований по триатлону А1, которые 5 июля прошли в Сестрорецке. На мой взгляд, это получился отличный праздник триатлона, что редко встретишь у нас на соревнованиях. И было радостно просто за наш регион, что у нас появились такие соревнования. Поэтому я передаю слово Виктору и думаю, что мы здорово сегодня проведем время. Спасибо. Без микрофона, наверное, тяжеловато. Да. Давайте все-таки с микрофоном. Ребят, всех приветствую вас. Я Виктор Осокин. Тут без, на самом деле, есть желание, собственно, сегодня сделать такой диалог. Наверное, на темы, которые интересуют прежде всего вас. Я, конечно, себе представил примерно, о чем стоило бы сегодня поговорить, даже значит, вы подготовили какие-то слайды. Вот, но на самом деле, так как формат такой впервые для меня, на какие темы я только не говорил, но только не на темы, значит, спорта и, значит, вот, какие-то, то есть, поэтому мне бы хотелось такая краткая история, знаете, про адаптацию. Я как-то 10 лет назад с супругой познакомился, не с супругой, а с супругой был в Париже, и познакомился с одним дядькой, значит, он оказался такой товарищ из Филадельфии, но он владелец сети «Макдональдс» во Франции. Вот. И он так за обедом нам поведал историю про то, как, значит, он открывал свой первый «Макдональдс». Это было в Париже, в Диснейленде. Ну, вот он приехал там с 10-летним стажем, по-моему, работы в Америке. Вот. Абсолютно четкая, выверенная бизнес-концепция, что такое «Макдональдс». Такой некий фастфуд, проходной, значит, двор, гамбургеры, ну и так далее. Все, что мы сейчас привыкли видеть. Но в Париже это было, на тот момент он мне назвал дату лет 15, то сейчас, получается, лет 25 уже, там, примерно, 20-25. И они открыли первый Диснейленд. Он говорит, вот я открыл, уехал, значит, все поставили продукцию, уехал на неделю, значит, в Америку, приезжаю и не понимаю, что происходит. То есть Макдональдс стандартная, вот такая вот бизнес-модель. Значит, все поменялось. Бронируются столики. Люди, французы, так восприняли всю эту историю, что они приходят туда с детьми, одевают костюмы, одевают некоторые там чуть ли не бабочки и так далее. И бронируют, значит, места там вот и так далее. И он говорит, первое, что я сделал, я, говорит, с аэропорта помчался в музыкальный магазин. Мы купили белый рояль, значит, наняли там товарища, который, значит, исполнял классическую музыку. И вот он говорит, несколько месяцев у нас всегда по выходным стоял белый рояль, игралась классическая музыка и так далее. Мне просто понравилось в этой истории то, что вот человек так быстро сумел адаптироваться и понять, собственно говоря, что нужно публике. Я тоже постараюсь сегодня адаптироваться и понять, что нужно вам. И для начала я хотел бы такой кратенький опрос, чтобы просто понять вообще, кто здесь. Потому что я увидел несколько знакомых лиц там, да, и примерно понимаю, что из себя представляют люди. Но большинство это, ну, ребят, вы мне не знакомы. Я хотел бы просто понять, кто здесь вообще занимается триатлоном, если можно вот руку поднять. Ага. А бегом? О, ничего себе, я тоже. Хорошо, а предприниматели? Кто-то вот, кто предприниматель прямо здесь сам что-то мутит? Понятно. Счастливые люди? Что-то всегда нерешительно.
Хорошо. Ну, в двух словах тогда, ребят, еще раз, сегодня тогда есть предложение, значит, ну, пойти по какому-то контексту, который там я себе в голове там задумал. Дальше я предлагаю, значит, ну, вот поговорим там, я вкратце расскажу про себя, расскажу про спорт и бизнес, как вот здесь написано на слайде. Расскажу про свою подготовку, про сегодняшнее состояние и, собственно говоря, дальше расскажу про такой некий новый проект, который появился в Петербурге. Это вот серия стартов «Один триатлон». Про себя мне 36 лет. Я занимаюсь там, ну, фактически там, с 20 лет предпринимательством. И, ну, наверное, это уже 16-й там, или 17-й плюс-минус год. И здесь я хотел бы сказать, что у меня были разные стадии. То есть не буду рассказывать и грузить вас тем, что я делал. То есть проще сказать, что я не делал. Но в этом смысле были стадии как бы созревания, и был период вот, абсолютно четкий, когда мне было вообще все равно, на чем зарабатывать деньги. То есть вот хотелось вот, любое, что, вот, что деньги приносят, то я готов делать. Без разницы, там, ну, там были, конечно, какие-то моральные принципы, там, этические, но как бы, в общем, все что угодно. Вот. Потом как бы наступила стадия там, через несколько лет, когда я понял, что все-таки, наверное, все, что угодно я делать не готов, нужно, значит, что-то как-то вот, значит, от чего-то отказываться, и я стал разборчив в этом. И потом, позднее, как бы там, путем проб и ошибок, я как-то вот пришел к тому, что, собственно, надо заниматься только тем, что тебе действительно нравится, только тем, что для тебя очень важно, то, что ты любишь. И скажу откровенно, до этого читал, конечно, кучу всяких книжек, там в институте учился, у меня там одно юридическое образование, неоконченное экономическое, там менеджмент, значит, я учился в нашем университете. И могу сказать, что ну, вот, все это прописано, но это на самом деле очень важно. То есть когда ты делаешь то, что ты любишь, вот, ну, действительно искренне, когда ты просто, ну, тогда ты просто живешь этим, да, и это другая совершенно ткань, из которой как бы, происходят те дела, которые ты делаешь, те вещи, которые там получаются там, по результату. Вот, поэтому сегодня вот, ну, стадия моя как предпринимателя такова, то, что я занимаюсь тем, что мне действительно нравится, то, что я искренне люблю, и все проекты, к которым я стараюсь там, прикасаться или как-то заниматься со своими партнерами, мы ну, как-то вот, стараемся вкладывать туда душу. На самом деле, вот, там, спортивная история в моей жизни, она там, появилась практически там, с раннего детства. Ну, то есть я практически всегда занимался каким-то спортом. Непрофессионально бросал, я поменял, я что-то стал считать, там, ну, наверное, там, видов 20 спорта там, поменял. Там, это какие-то там борьба, там, хоккей, значит, что-то еще такое традиционное, значит, вот, для мальчика, там, живущего там, в конце 80-х, там, в начале 90-х и так далее. Какие-то спортивные секции и так далее. Потом пошли все эти какие-то увлечения там особые, значит, там фитнес-залы и так далее. Никогда, кстати, не получал удовольствие от занятия просто вот фитнесом. То есть всегда хотелось какие-то такие игровые истории, чтобы какая-то была осмысленность. То есть вот там 10 раз поднять штангу никогда не мотивировало. Вот. И пошли какие-то там темы модные появились, там кайтсерфинги, серфинги, там я успевал. Помнится, лет, наверное, 7-8 назад успевал за месяц слетать там 4 раза в Египет, под прогноз это называется, вот, и в четверг там улететь, в воскресенье прилететь, вот, собственно говоря, так вот мотался с этими рюкзаками огромными, парашютами, там, своя компания, свой там круг интересов, в общем, жил этим. И, значит, ну, где-то вот из таких вот штук, на которых я действительно залип, это были вот там вот эти кайты, и был такой у меня период жизни, когда я занимался высотным альпинизмом. Тоже меня очень это вставило, мне очень понравилось то, что там есть какие-то вот такие вот истории, где надо там, значит, самим собой там что-то там, значит, сделать, значит, куда-то там себя, значит, там затащить, откуда-то спустить. И могу сказать, что, наверное, это такое первое, значит, проявление, когда вот я понял, что мне действительно нравятся вещи, в которых, ну, вот хочется что-то вот как-то, не знаю, с чем-то там справляться. Это я постепенно подвожу к тому, как бы вот все-таки у меня какая-то была предпосылка к тому, чтобы вот в сегодняшнем дне искренне полюбить, значит, триатлон на длинные дистанции. Вот.
спорт в сегодняшнем виде, значит, вот, он очень так, ну, присутствует явно в моей жизни, но хочу сразу сказать, что там даже вот проект «Цель», про который я в двух словах скажу, безусловно, ну, смешно подумать, что там это единственная цель в моей жизни. То есть у меня главная цель — это моя семья, да, и я там воспитываю детей, значит, получаю удовольствие большое от этого. И в жизни, значит, существует, конечно, огромное количество разных целей, там, больших, маленьких и так далее. Но такая цель была поставлена мной 10 месяцев назад. Вот, подготовиться и пройти, тоже чуть-чуть расскажу про это. И в бизнесе получилось так, что в моем там, значит, в моей деятельности получилось так, что вот для нас в компании мы как-то изначально так делали ориентировку на какие-то такие здоровые там отношения, на здоровый образ жизни, значит, и в наших проектах это пытаемся как-то реализовывать, и, собственно говоря, в компании какие-то вещи там запускать. Вот, но спорт, он стал таким связующим звеном для, например, там, для топ-менеджмента компании. И, ну, могу сказать так, что практически все мы там занимаемся спортом и уделяем большое количество времени ему. Да? Для нас это как бы такая, как я не знаю сказать, как такой свой круг интересов. И мы постепенно пытаемся этот круг расширять. То есть вот создан в компании проект, который называется «Отва Тим». И, ну, сейчас он так сфокусирован внутри компании на то, чтобы людей как-то вовлекать в спорт. Ну, самое простое – это бег. То есть у нас проходят какие-то разные там беговые семинары, значит, беговые какие-то встречи там по технике, по, значит, там, как-то вводная история. Но так у нас получилось, традиционно развился, значит, мотокросс, потому что, ну, там, я лично увлекался им, мои партнеры увлекались им достаточно серьезно. И у нас вот есть этот проект «Отва Тим», который не только внутри компании, но и внешне представляет из себя такую профессиональную команду по мотокроссу. Мы пытаемся как-то этот вид спорта, если вот про триатлон поговорить, что он пока не супермассовый, то мотокросс, он вообще не массовый. И мы поддерживаем, и вот сейчас недавно, буквально месяц назад, провели Кубок губернатора при нашей поддержке в Петербурге. Дали возможность выступить там молодым спортсменам, сильным спортсменам, съехались там целая плеяда, значит, серьезных ребят. Вот. И вот «Отва Тим» — это такая внешняя, это вот участие нашего топ-менеджмента в этой команде и молодежи, которую мы поддерживаем, они профессионально выступают на разных соревнованиях. Я это говорю к чему? К тому, что вот для меня это абсолютно такая четкая история, что в компании мы проводим фактически большую часть своей жизни. Да? То есть кто как это называет? Кто-то называет это работа, кто-то называет это, там, не знаю, значит, там, служба, кто-то называет это, там, не знаю, место, значит, где он пребывает. То есть для нас, ну, для меня лично это жизнь, да, то есть это вот моя жизнь, которую я провожу там, и там 8, там 10 часов этой жизни, значит, встречаюсь с людьми, со своими коллегами. И для меня, конечно, очень важно. То есть я понимаю, что, например, там, я со своей супругой меньше времени провожу, чем с некоторыми коллегами по работе. Там, да? И для меня есть абсолютное понимание, что вот в компании нужно обязательно устанавливать какие-то вот такие настройки, или, может быть, наоборот, даже воспринимать это как фундамент некий, да, для того, чтобы человека держало не только, вот, я не знаю, там, ну, для насколько у него там мягкое кресло, или там светлый кабинет, или там, не знаю, значит, насколько он там по призванию работает, а чтобы была еще какая-то вот такая ниточка, какие-то такие связи, которые бы человека, ну, скажем так, вовлекали и удерживали, да. И в компании у нас это, ну, скажем так, внедрено, наверное, нельзя поставить точку, то есть мы как-то так вот двигаемся, делаем какие-то, значит, там, активности и, ну, уделяем этому времени, насколько возможно, там, да? Вот. Вообще спорт, вот в моем понимании, вот, да, скажем так, есть разные способы диалога с собой, да, то есть вот это очень важно, когда ты
скажем так, ну, понимать себя лучше, понимать, что ты из себя представляешь. И спорт, мне кажется, это такой самый доступный вариант того, чтобы пообщаться, ну, вот, с самим собой, да, понять, кто ты, что ты из себя представляешь. Есть разные другие способы, наверное, вот там, не знаю, там, кто-то наркотики, кто-то там, значит, там стакан, бокалы, там у него там какие-то голоса появляются. Но в спорте вот я абсолютно четко понимаю, что когда я выхожу, например, там на пробежку, да, допустим, у меня начинается, ну, с какого-то момента всегда какой-то такой внутренний диалог, там, да. И очень часто, скажем так, вот этот диалог приводит к тому, что, значит, вот там есть желание, там, не знаю, свернуть, остановиться, не знаю, там, сказать себе, слушай, да, давай там не сегодня, давай, значит, там, значит, ну вот уже там можно уйти там на запасной круг там и так далее. И вот, ну, как бы в жизни, вот оно на самом деле, вот эти все диалоги, они есть там, я не знаю, и в бизнесе, и в семье, и так далее. Вот это вот какая-то там борьба таких неких там точек зрения внутри тебя. Я недавно мультик посмотрел, ходил с детьми, по-моему, называется «Головоломка», я не знаю, если кто-то видел. Но там вот меня просто поразило, мне кажется, это для взрослых мультфильм, то есть вот это вот, кто управляет вообще в людях там, да, кто, значит, кто, значит, как там конкурируют все эти эмоции, человечки и так далее. И вот мое понимание, что спорт – это самый такой простой, доступный способ, значит, вот навести порядок в этих вещах и, как бы, сказать там, внутри себя и внутри вот этой головоломки, кто здесь главный. Вот. И, конечно, как бы вот в сегодняшнем дне для меня именно триатлон стал, вот, на длинной дистанции стал таким, вот, скажем так, таким способом наводить порядок в голове. Да? Хотел бы сейчас, наверное, перейти к тому, как я пришел к триатлону, да, как это, значит, как это получилось. И хотел бы здесь акцентировать на то, что, значит, друзья, не воспринимаю себя здесь там, каким-то, значит, там, учителем там, или вот, ни в коем случае, да, чтобы никто не подумал. То есть я абсолютно готов просто поделиться с вами. Я понимаю, что здесь наверняка есть более продвинутые меня люди и, значит, гораздо больше знающие на эту тему. Просто, ну, я вот готов поделиться своим опытом. Пришел я в него, там, так скажем, 10 месяцев назад, все получилось достаточно банально и просто. Я сломал себе там ключицу, значит, сломал себе ключицу 10 месяцев назад на соревнованиях как раз по мотокроссу. И понял, что это такой стук ко мне, скажем так, вот там, не знаю, свыше, такое предупреждение, потому что за 3 месяца я три раза умудрился что-то там внутри себя сломать, значит. И третий раз я понял, что это как в сказке, сказал спасибо, я тебя услышал, значит, и с мотокроссом я решил подзавязать. Вот, но так как это был август, так как это было, скажем так, вот какой-то такой период, хотелось лета, хотелось каких-то активностей, это было ровно, ну, там, значит, в конце августа, значит, я решил просто, что я там хочу потихонечку начать бегать. Начал бегать, втянулся, и с этой пластиной мне было запрещено там садиться на мотоцикл, и я внутренне решил, что уже не буду этим заниматься когда. И вот как-то так подвернулось, знаете, вот подвернулись люди какие-то, кто-то вот сказал, что там, не знаю, там, вот посмотри, там классное там занятие, попробуй. И я что-то как-то вот в один день просто грузанулся, посмотрел и вот увидел это соревнование, значит, Ironman. Посмотрел кучу роликов в YouTube и просто понимаю, что для меня, как, знаете, как, я не знаю, как дверь какая-то раскрылась. Я просто вот этого искренне захотел. То есть вот этот механизм, который, там, не знаю, называется там любовь, там, да, или там, не знаю, влечение, там, вот он открылся, да. И мне очень, значит, захотелось попробовать, но, скажу честно, первое впечатление было такое, где я и где вот эти дистанции. То есть я просто смотрел, у меня так внутри аж, я помню, что у меня там, не знаю, там, ну просто там, я потеть начинал только при мысли одной о том, что, значит, вот это кто-то где-то как-то проходит. Но ничего, вот повстречался, пообщался с разными людьми, и мне сказали, что нормально, можно подготовиться, есть там нужные люди, значит, в Петербурге, вот, которые могут тебе помочь в этом. И, значит, вот я принял решение, что, как бы, ну, чего там тянуть-то, значит, надо просто взять, да, зарегистрироваться на соревнования, и, как бы, тогда все пойдет.
Я считаю, что вот соревнования – это такая ключевая вещь, значит, ключевая вещь для того, чтобы, ну, когда ты ставишь для себя вот такую точку, вот такую цель, ты абсолютно точно понимаешь, как тебе мобилизоваться. Потому что если ты занимаешься просто там, не знаю, там, ну, вот, чем-то без этого. Мне, например, ну, я не знаю, как у вас, но мне достаточно сложно себе как бы какой-то вот план, график. То есть, ну, всегда есть тогда, значит, шанс, то есть непонимание, а когда тебе, для чего это нужно, там, и почему сейчас, может быть, там, на недельку оставишь, там, через недельку вернешься. Сейчас я могу сказать, что эти 10 месяцев, ну, это такая работа практически, там, не знаю, ну, каждодневная, да, над собой, над своими результатами. И, ну, единственное, что меня на это мотивирует, это, собственно, четкая цель, четкий срок, когда я и что должен сделать. Вот. Пока не перешел к подробностям, значит, как вот эти 10 месяцев проходят, хотел бы рассказать про проект «Цель». Значит, ну, просто вот возникло желание в какой-то момент, когда я посмотрел, значит, ролики, возникло желание просто, ну, как-то, значит, вот поделиться происходящим и, ну, как-то вот рассказать, как со мной это происходит. Вообще, вот я не знаю, есть ли здесь специалисты по пиару, значит, ну, как бы, ну, вот считается, что вообще за деньги, значит, ну, можно, в принципе, втолковать и, значит, там, не знаю, рассказать и так далее, любую идею, да, и любого человека можно как-то, вот, там, не знаю, или какую-то любую идею можно распиарить. А мне захотелось пойти другим путем, то есть мы в компании, у нас в компании, естественно, есть там и маркетинг, и пиар, и есть какие-то, значит, там, значит, те вещи, которые мы там делаем для того, чтобы, значит, там, компания там, или там лица компании присутствовали, значит, там, в тех или иных, там, значит, вот. Хотелось сделать проект, как бы, совершенно другого плана, где, там, я выступаю, там, не как, там, лицо компании или, там, не знаю, представитель компании, а где я просто, вот, простой человек, который решил подготовиться, там, значит, и достичь какую-то цель. Мое четкое убеждение, что у всех целей вообще в жизни там один единственный, значит, вот единый механизм, да, вот как есть у нас единый центр регистрации, значит, в Петербурге. Значит, здесь еще все проще. То есть в реальности есть там единый механизм у всех целей. Неважно, там, я хочу, не знаю, там, значит, там, финишировать там в Ironman, или я хочу, не знаю, построить там дачу, или я хочу выйти там, значит, вот замуж. Там Катя сидит, значит, которая не без этого, да, у нас каждое мероприятие. Значит, вот везде, значит, везде один и тот же механизм. И поэтому мне захотелось просто на простом, наглядном примере показать, как бы, как это происходит. Не писать там, ну, то есть все на эту тему уже на самом деле написано. Да, просто кого-то торкает одно, кого-то торкает другое. Кто-то смотрит там, не знаю, журнал, его впечатляет картинка. Кому-то нужны какие-то, не знаю, логические схемы, там, не знаю, уравнения, там, достижения цели и так далее. Находит книжки, читает их, там, да, его торкает это. Я решил сделать вот такой проект, чтобы как бы через него тоже торкнуло кого-то на то, чтобы, значит, вот, достигать цели. На самом деле в философии проекта мне хотелось, ну, не делать его чисто такой, знаете, спортивного такого ориентирования, чтобы его смотрели только триатлеты, которые будут спорить, там, правильно ли он там завязал шнурок, там, надо там левее или правее, там. А наоборот, мне хотелось как-то, чтобы, ну, вот, люди, как-то, скажем так, смотрели, такая широкая публика, для того, чтобы просто подумать и сказать: слушай, ну вот, действительно, парень что-то там делает, как-то он там решил, смотри, у него там что-то двигается, уже там 7-й месяц, а смотри, действительно, у него какие-то результаты появились. Ну и просто приложил это к себе и понял, что, собственно говоря, он тоже может это сделать. Мне кажется, это актуальная история, потому что я, ну, общительный человек, у меня куча там друзей, каких-то встреч, общений и так далее. И я просто вижу, что, ну, у некоторых людей, значит, вот, ну, бывают какие-то там проблемки с этими целями, да. Бывает, там, не хватает мотивации, там, бывает, не хватает понимания, что там, ну, в принципе, любые цели достижимы. А я вот могу сказать от себя, что там, я не знаю, ну, у меня жизнь 36 лет, она только начинается. И я понимаю, что абсолютно вот, ну, хотя бы к этому возрасту у меня нет ни одной цели, которую бы я не достиг. Я думаю, что если каждый из вас задумается, ну, примерно будет такая же история.
И, ну, вот все цели, которые у меня не состоялись в жизни, я четко понимаю, что просто я вот этот штурвал, которым там я плыл, там, например, к этой цели, я его по какой-то причине просто бросил, там, отложил в сторону, сказал потом, там, или мне просто стало неинтересно. Но все цели, которые я просто влюблялся, которые я хотел, которые я четко понимал, что, блин, ну, я без них жить не могу, вот ни одной такой цели просто нету, я не знаю, там, это было и в 15 лет, и в 20 лет, и в 25, и в 30, и так далее. И, конечно, куча осталось целей за бортом, но я повторюсь, я даю интерпретацию, я четко понимаю, что просто я перестал их хотеть, по какой-то причине я от них отказался. Вот, поэтому в проекте «Цель» вот этот такой, скажем так, механизм наглядный, он показывается, вот, проект развивается, там появляются какие-то подписчики, комментарии, вот, я планирую его довести, значит, ну, до конца и сделать там финишные, там, буквально сейчас еще 2-3 выпуска выпустить, и последний про как раз-таки финиш вот на этой дистанции. В октябре, вот, и потом, на самом деле, не знаю, мысли пока разнятся, то есть я думаю, что, наверное, мне хотелось бы взять и какую-то другую, например, совершенно абсолютно другую цель, либо, не знаю, либо команду найти, либо кого-то с какой-то целью, тут вот несколько предложений уже поступило, значит, чтобы наглядно на другой какой-то истории показать совершенно альтернативный, как другие люди или другой человек там достигает эту цель, не знаю, там, полет на Марс или там, я не знаю, самый глубокий колодец, или там, не знаю, или там, значит, там, счастливым вместе проект, там, не знаю пока, вот я не думал, но что-то такое должно как бы прийти, наверное, да, вот, потому что мне кажется, эта тема актуальна, и я как бы вот, ну, под себя, например, ну, чего-то такого интересного я не нашел, да, в интернете, вот, и, собственно говоря, как-то вот эту историю развиваю, она развивается. Теперь, возвращаясь тогда уже там, вот к этим 10 месяцам, за 10 месяцев, ну, как все начиналось, то есть я, наверное, здесь буду просто рассказывать, как у меня это происходило, и давать какие-то, не знаю, позволю себе какие-то там заметки, которые вы можете там для себя там воспринимать за счет как-то, за счет... Но, то есть, такое первое, с чего вообще, вот, вот, на мой взгляд, нужно начинать, это, конечно же, получение информации, да. И, ну, моя информация была, это были там люди, кто более-менее там, значит, занимается триатлоном. Это тренер, которого я нашел в Петербурге, это, значит, ну, это какие-то там источники разные. Но вот абсолютно точно, что триатлон вот на длинную дистанцию, он, ну, то есть должен быть какой-то, появляться какой-то проводник, там, да, кто проведет вас, скажем так, по крайней мере, по каким-то там первым этапам. Потому что, ну, вот, абсолютно точно можно уйти там не в ту сторону, и как бы это может закончиться, скажем так, ну, либо вот это, как бы, то, что я сказал, бросишь штурвал и просто там, ну, просто не захочется тебе этим больше заниматься, либо там, ну, может, в принципе, как-то, наверное, и на здоровье отразиться. Почему? Потому что, ну, конечно, это достаточно серьезные нагрузки на организм, и там неважно, даже если вам там 20 лет, там, или 19, или 18, а если 40, то точно, значит, ну, нужно как бы понимать, что там воздействие на тело происходит очень серьезное. Значит, ну вот для меня было, значит, важно найти вот такой человек, который бы мне помогал. Вот, и, значит, я фактически там получил первое представление и начал заниматься. Вот, первая дистанция, которую я себе поставил, значит, это промежуточный, да, план. То есть, когда я определил, что 4 октября все зарегистрировался, я поставил себе план там соревнований. И, в принципе, это такие промежуточные цели, которые мне позволяли просто понимать, что вот я там к ним готовлюсь, и, значит, контрольные точки, я понимаю, что вообще что-то происходит со мной там или как. Вот, первое соревнование я прошел, вот, значит, в Америке, так получилось, что был в отпуске. Это вот олимпийская дистанция, и сейчас я могу сказать, что, наверное, стоило мне как бы попробовать гораздо раньше вообще триатлон, потому что получилось так, что я 4 месяца готовился и, ну, фактически не знал, что это такое. То есть вот я просто слышал, я думал, когда же я, значит, там вот, значит, одену, значит, на себя там гидрокостюм, там проплыву, потом там проеду, пробегу,
Но я 4 месяца готовился, я считаю, что, наверное, нужно просто быстрее это начинать, и, может быть, там, через месяц, через два попробовать хотя бы спринт или какой-то там народный старт, чтобы просто вот понять, что это из себя представляет. Потому что у меня, значит, вот, я помню, просто, ну, как бы дикие эмоции были от ожидания, и, конечно, дикие эмоции были от первого опыта, потому что, ну, я просто не ожидал, что организм вообще в триатлоне работает, ну, по-другому, нежели, как бы, там, вот, я не знаю, просто в беге или просто в велосипеде. То есть надо понимать, что там после плавания и велосипед другой, и, значит, и ноги после велосипеда другие, бежится по-другому. То есть вот я себе это не представлял, у меня все вот эти там 2,5 часа, которые происходили, значит, этот триатлон, это было такое просто открытие для меня каждый раз, вот что это такое. Сначала, значит, в воде, значит, по голове наполучал, значит, от соседей, как бы пытался еще, у меня первые мысли были, что надо сейчас остановиться и выяснить, как бы, отношения, значит, как бы, ты точно хотел меня ударить? Или как бы, или это случайно произошло? Но потом понял, что никто останавливаться не собирается, что надо тоже, собственно говоря, упираться, значит, и, значит, нажимать на газ. Вот, поэтому я считаю, что надо как можно быстрее пробовать вообще, да, себя, значит, в этом. И, ну, у меня получилось так, что 4 месяца я готовился, а потом попробовал первый раз. Вот. Также на начальной стадии, ну, я считаю, что вот важно, значит, ну, сходить и посоветоваться там с медиками, да, потому что, ну, просто проверить даже, там, есть ли какие-то ограничения, там, например, я когда сходил, буквально, значит, мне там, значит, посмотрели, сказали, что-то там не то, сказали принимать там рыбий жир, панангин, значит, вот я там принимал месяц, значит, эту историю, сходил еще раз, проверился, говорят, о, сейчас там все в норме стало, да, но вот серьезные нагрузки идут на кардиосистему, да, и, ну, лучше же сходить, посоветоваться, все это доступно, и, ну, важно же, чтобы вам это приносило удовольствие, чтобы вы, значит, там, не знаю, не расходовали свое здоровье, а приобретали его на этом. Поэтому вот поход, скажем так, поход к медикам, там, ну, я считаю, что он должен быть обязательным, причем, ну, наверное, на какой-то такой регулярной основе, там, не знаю, раз в полгода, там, еще как-то, но, то есть, такие серьезные нагрузки и стоит, значит, стоит себе, ну, стоит контролировать себя. Вот. Следующее соревнование у меня было, значит, ну, то есть вот сейчас я прошел 3 раза по пол, значит, по половинке длинной дистанции, чтобы все представляли, кто не знает, это примерно соревнование, длящееся там 5-6 часов. И там, ну, новички там за 5-6 проходят, там профессионалы, они там 4 укладываются, там совсем кому тяжело, там 7 проходит. Но вот, вот скажем так, там надо проплыть 1,9 километра, проехать 90 и потом 21 пробежать. Вот, в принципе, у меня первая такая дистанция была, и я могу сказать так, что вот, наверное, у меня такой позитивный опыт был в том, что я просто ехал, это было вот как раз тоже в Дубае. Почему, вот, кстати говоря, кто не знает, то есть в реальности получается так, что качественные старты по триатлону, значит, когда мы по один будем говорить, но в реальности получается так, что там то ли из-за климата, то ли еще из-за чего-то, да, они все находятся там, ну, где-то там в зарубежье. Но зимой-то точно, если хочется поучаствовать, где-то надо лететь либо там, либо в Америку, там, либо в Австралию, там, либо вот в Дубай, например, да. Значит, вот, собственно говоря, на этом старте, значит, у меня так получилось, что я просто ехал и думал, что вот что же мне помогает, да, то есть я для этого все время говорил о том, что я как-то вообще циклическим видом спорта никогда не занимался. Бегать, кстати говоря, не любил вообще, то есть вот для меня 5 километров пробежать, это какой-то был, там, не знаю, ну, то есть это там, не знаю, раз в полгода, и просто вот, я не знаю, какой-то вот я после этого чувствовал себя просто супергерой. Вот, не плавал практически, да, и, но как бы всегда считал, что, блин, ну вот у меня нету никаких предпосылок для того, чтобы заниматься триатлоном там, да, длинным. И вот когда я ехал, я просто четко помню, что, ну вот, я начал, там был сильный ветер, я начал вспоминать, что есть какие-то ветровые окна. Я начал вспоминать, вот я парусным спортом тоже немножко позаниматься успел, начал как-то ориентироваться, смотрю, люди жмутся, значит, там к одной стороне дороги, а я смотрю какие-то парапеты высокие, я под этими парапетами там пытаюсь пролезать, там, значит, и действительно меньше ветра, и как бы мне легче ехать и так далее.
Значит, там я начал, когда вот эти вот истории там усталости начали там появляться, я начал вспоминать про то, что я занимался альпинизмом, ну и если здесь ты триатлон начинаешь, например, в 9, значит, ну там, не знаю, в 8 утра, и там, ну нормально, ты покушал, значит, там, оделся, в принципе, значит, в хороших температурных условиях, покушал, оделся, стартанул, вот там тебе, там, ну, там 6-7 часов ты там закончил этот триатлон, то в альпинизме, как правило, у тебя, особенно в высотном, у тебя только старт начинается. То есть ты шел туда, я не знаю, там 2 недели на какой-нибудь 7-тысячник, значит, вот ты проснулся, 6 часов утра, в палатке один, значит, там надо себя смотивировать вообще, в принципе, вылезти из спального мешка. И вот все ты такой опухший от высоты, как бы, головой, значит, одеть эти, значит, там ботинки, одеть там рюкзак и заставить себя идти. И вот я хочу сказать так, что вот я в триатлоне, вот в первый раз, я просто, когда проходил вот эту половинку, я просто вспомнил все свои эмоции и понял, что у меня есть еще одно такое качество, которое как бы я могу использовать. Для чего я это говорю? Для того, что вот, ну, на самом деле это важно, не, скажем так, не отказываться от того опыта, который у тебя был там до, а подумать наоборот, как ты его можешь максимально использовать сейчас для того, чтобы, значит, получать там максимальный там эффект от того, чем ты сейчас занимаешься. И вот мне, я могу сказать так, что, ну, допустим, альпинизм, я абсолютно четко понимаю, что никогда бы не подумал, но реально в этих видах спорта он мне помогает, потому что вот это какая-то внутренняя история, вот эти те самые диалоги, о которых я вам говорил, они как бы вот получаются так, что оказались как раз таким натренированным более-менее местом. И вообще вот триатлон на длинной дистанции, и, кстати говоря, спринт еще ни разу не пробовал, хочу вот как-то попробовать. Значит, триатлон на длинной дистанции, с одной стороны, меня этим влечет, а с другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, это самое важное, да? То есть, вот мое четкое понимание, что, ну, никакие мышцы, там, никакая, скажем так, дыхалка, там, не знаю, еще что-то, там, значит, там, развитая кардиосистема, она, ну, в моем понимании, она не решает. То есть она не главная. Главное как раз-таки это твоя такая эмоциональная подготовка и психологическое состояние, что ты, ну, готов, скажем так, вот эти там несколько часов там находиться, значит, в борьбе, там, значит, терпеть, мотивировать себя, продолжать там двигаться вперед. И, ну, безусловно, важно не то, что я перед этим сказал, там, и подготовка, и мышцы, и так далее, но просто вот если этого нету, то, наверное, как бы, ну, будет сложно. Я вот, например, ну, понимаю, что для меня это на первом месте, да, то есть как раз-таки психофизическая подготовка, готовность, значит, к тому, чтобы такая длящаяся история была. То есть, ну, например, у меня сейчас тренировка была там 2 недели назад, там 200 километров на велосипеде. Но я могу сказать так, что, ну, раз 5 уже я себе просто говорил, что, блин, ну все, ноги что-то уже не шевелятся, как бы, блин, надо разворачиваться. И только как раз-таки вот, ну, вот эта вот голова, которая продолжала, как бы, там, не знаю, говорить себе, слушай, да, там, не знаю, там, брось все, сейчас еще чуть-чуть, давай там подумаем на эту тему, представим то, представим, как здорово там будет буквально через там 2-3 часа, когда ты доберешься там до дома. Значит, только это, собственно говоря, и двигало, да? Потому что если просто вот рассчитывать на там на эти мышцы, то они просто уже, я не знаю, ну, они готовы остановиться уже там, не знаю, там через пару часов такой тренировки. Вот, и, собственно говоря, да, вот я возвращаюсь к тому, что прошел я, значит, 3 вот этих половинки. Интересная дистанция была у меня вот недавно, 2 месяца, ну, 1,5 месяца назад в Швеции. Так получилось, что, значит, вот любительский триатлон, значит, вот он есть и в формации чемпионата мира. Вот, кстати говоря, что меня очень привлекает, что мне сейчас там 36, и, конечно, есть какие-то там, ну, амбиции, хочется там, не знаю, ну, там, не просто там пройти, значит, там, и как-то сказать, что там, вот я там дошел до финиша, получил медаль, поушел, а хочется, конечно, там, не знаю, какое-то время показать, хочется, не знаю, там, на такую шашечку, которая называется подиум, там, подняться. Этого всего хочется, да? И я абсолютно четко понимаю, что триатлон, он дает возможность, значит, если кто не знает, есть там, проводятся соревнования, значит, в абсолюте, там первые, вторые, третьи места, и, собственно говоря, дальше идут так называемые возрастные категории. И есть там чемпионы там в возрастных категориях там 35-40, 45-50, 50 там и так далее. По-моему, самые, я читал, самые
пожилой, по-моему, 86 там, или там что-то такое лет, там человек финишировал в прошлом году. Значит, то есть я это говорю к тому, что ну, вот это важно, это интересно, да, то, что ты имеешь какой-то, скажем так, вот задел и там контекст равных себе, с которыми ты соревнуешься. Это очень интересно. Вот. И вот есть этот формат чемпионата мира, который проводится вот в разных местах, вот раз в Швеции. Вот я съездил на него, там была дистанция, сейчас следующий выпуск, как раз 7-й будет цель про это, туда ребята-операторы ездили, тоже мы сняли интересный ролик. И там как раз вот такая более длинная дистанция, 4 километра плыть, 120 ехать и 30 километров бежать. Правда, был такой дубак, что там, я в первый день побежал под вот такой толщины неопреновый этот самый шлем, замотал себя, но все равно, там, вот, когда нырнул, еще как-то они интересные эти шведы, значит, сделали, то есть надо было нырнуть, и потом, значит, 5 минут там, или 6 там, ждать, когда там, тебе свистнут и скажут, что ты можешь стартовать. То есть там задубили все так, что ну, вот я когда вылез, у меня, по-моему, мимика на лице только минут через 20, потому что все, в принципе, в неопрене, а вот эта вот часть лица, она просто замерзла так, что я ехал на велосипеде, и, ну, я так понимаю, что ну, через 20 только у меня там начало что-то шевелиться там, да, на лице. Вот, вот такая интересная дистанция была буквально полтора месяца назад. Сейчас я хочу пройти еще вот в конце августа еще одну половинку и, собственно говоря, выйти на вот эту вот дистанцию, значит, там, длинную в Барселоне, значит, в начале октября. Я считаю, что вот мой план такой обоснованный, можно его корректировать там правее или значит, делать меньше стартов или больше, но, по-моему, его можно брать, скажем так, вот за основу, если ты готовишься к такой там, длинной дистанции, по крайней мере, за ориентир. Потому что вот я когда читаю за, допустим, там, ну, кто-то постит, вот недавно кто-то запостил, значит, вот я там, значит, хочу там, значит, вот узнал, что есть такое соревнование, через полтора месяца хочу поучаствовать. То есть, ну, даже не исключаю возможности, что человек дойдет там, до финиша, но просто, скажем так, ну, в моем понимании это большие риски, это раз. А второе, это как бы, ну, такое, значит, как это сказать, ну, такое хождение по лезвию бритвы, потому что ну, мы время от времени слышим практически каждый год там, значит, ну, там гибнут люди, да, и, как правило, все это как бы уходит в то, что у людей там, не знаю, отказывает сердце, еще что-то там, именно из-за того, что вот там потом выявляется, что человек либо недоподготовился, либо там что-то не доел, там, поэтому очень важно как бы соизмерять свои силы. Я вообще вот все практически подняли здесь руки, бегуны. Но вот я, поверьте, жизнь она такая длинная штука, и надо, чтобы она была длиннее, да. И поэтому вот такие старты, типа, значит, вот я, слушайте, я тут начал готовиться, через месяц хочу марафон пробежать. Блин, ну вот точно абсолютно не нужно. Это, ну, это как бы, ну, это вредно, да, и это, скажем так, ну, нецелесообразно, мне кажется. То есть никому не надо доказывать, что ты там за месяц, значит, вот. Ну, в моем понимании, хотя каждый сам себе режиссер, если там для человека это важно, но я считаю, что это там лишнее. Хотел сказать, что там, ну вот, например, за этот этап у меня там были разные истории, там с традиционной, там болели, значит, не знаю, там колени, значит, болели суставы, причем так смешно получалось, что это как-то шло все снизу вверх, а потом это пошло все обратно сверху вниз. И я просто хочу сказать так, что ну, это нормально, да, то есть там организм он привыкает, конечно, важно с кем-то там проконсультироваться, но в большинстве случаев, вот то, что я наблюдал, не стоит из-за этого останавливаться, да, нужно просто к этому адаптироваться. Ну, болят колени, там возьми там плавание, там, я не знаю, больше займись, там, или там чуть-чуть поменяй нам что-то, вот, значит, в тренировках там, да. И, ну, как бы, ну, то есть, ну, эти истории, они будут происходить, и к ним надо относиться нормально, да, если вы хотите заниматься триатлоном на длинную дистанцию, то 100% в каких-то ситуациях организм будет потряхивать, и, ну, нужно как-то, конечно, обращаться там к специалистам соответствующим, но к этому нужно относиться как просто, там, не знаю, промежуточное явление, да. Вот, потому что, ну, там, любой практически доктор, он там скажет, там, тебе сразу, что, там,
дорогуля там приплыл там или приехал, значит, там завершай, заканчивай, там, значит, не надо тебе это делать, значит, и так далее. Вот, я, например, там, не знаю, я там стараюсь не похвастаться этим, но вот у меня там такая трансформация произошла, я похудел там чуть на 17-18 килограмм. Просто образ жизни семейный привел к тому, что там за там, 10 лет я там как-то планомерно там по 1,5-2 килограмма там памс-памс, и причем так смешно получалось, что с рождением детей мы как-то вместе поправлялись, потом жена, значит, там супруга рожала, значит, соответственно, у нее вес падал, а у меня как-то он так раз зафиксировался и пошел дальше. Вот, поэтому как раз вот за эти там 10 месяцев, которыми я занялся, собственно говоря, так вот удалось так сбросить. Триатлон, конечно, не оставляет, на мой взгляд, шансов, значит, вот, на что-то лишнее в организме, значит, вот, как-то вот так все это выветривает, мне кажется, не только, значит, в теле, но и в мозгу, да, из мозга тоже как бы все практически ненужное выветривается. Очень часто говорят там о времени, где, значит, где взять время, там, значит, и там, откуда, значит, столько там, как заниматься, то есть у меня, например, сегодня там примерно, там, ну, сегодняшний момент 3-4 часа каждодневных там тренировок. Как правило, часовая тренировка с утра и там более длительная тренировка на вечер. Ну, я себе, значит, там, ставлю так, что там в 8 утра ты начал, значит, там в 9 закончил, в 10-11 уже какие-то встречи там, да, по работе. А вечером, значит, там после работы 8-9, то есть вот вчера там, значит, там покатались 2 часа на велосипеде, там, позавчера там тоже что-то там побегали, да. Но вот как бы понимание такое, что, ну, всегда в жизни, значит, время – это безусловный ресурс, и всегда нужно понимать, на что ты его тратишь. То есть всегда есть альтернатива, и, конечно, если ты хочешь заняться, значит, вот такими дистанциями, то надо понимать, что от чего-то, наверное, придется отказаться, да? Потому что вот, ну, как бы время 24 часа в сутки, и очень важно спать. Восстановление. Значит, вот мое понимание, что, значит, вот это надо абсолютно четко и важно оценивать, значит, что не менее важнее в тренировках как раз-таки восстанавливаться, да, потому что вот это вот желание накидать, значит, там тренировок как картошки в мешок, значит, и там куда-то их там нести, ну, так не работает. То есть ты достаточно быстро, если ты забываешь про восстановление, достаточно быстро можешь прийти к тому, что там либо травму получишь, либо мотивацию, то есть все закончится как бы, ну, чем-то таким неправильным. Поэтому восстановление – это питание, это сон. Я могу сказать, на первых этапах жизни меня прям вот мотивировало. Я помню, это зима, когда началась еще, я думаю, вот я настоящий там мужик, просыпаюсь в 6 утра, все спят, значит, вот я там в 7, значит, в 7 уже куда-то стартанул, и при этом как бы ложился спать там в 12, в час ночи, то есть не меняю образ жизни. Но я очень быстро понял, что впоследствии, что сон – это вообще, там, не знаю, там, самая важная штука в подготовке, там, ну, там, не знаю, если есть там этих несколько китов, то сон точно один из них, там, да. И на выходных там я даже стараюсь всегда там дневной сон включать, потому что это как такая, знаете, подзарядка батарейки постоянно происходит. Поэтому, друзья, вот, из рекомендаций спите больше. Вот, то есть это действительно, скажем так, важно и нужно. Вот. Не знаю, не стоит, наверное, говорить про какие-то там вещи, там, экипировки и так далее. Значит, вот там у меня. Я предлагаю сейчас еще буквально пару слов я, значит, скажу и на это перейду. Хотел сказать, да, хотел сказать важная вещь, себе пометил, значит, что ну, важно находить, ну, для меня это важно находить поддержку среди, там, ну, у всех есть там родственники, там, у кого-то семьи есть, у кого-то есть там близкие. Важно находить эту поддержку, потому что, ну, скажем так, если там ты домой приходишь, и тебя в этом там не поддерживают, там, да, наоборот, там, тебе говорят, слушай, блин, занялся ты нахрен своим велосипедом, блин, и так далее. То есть вот эта история, она точно абсолютно как бы, ну, неправильная, как-то надо ее регулировать, потому что, ну, семья – это такой как бы кредл, на который ты встаешь каждый раз на подзарядку. И важно, чтобы эта атмосфера была такая правильная и нормальная. У меня в этом смысле полное взаимопонимание, мне это очень помогает. Я думаю, что, наверное, там 30-40% там, не знаю, моей, скажем так, вот некой такой мотивации в этом во всем, это как раз-таки, ну, взаимоотношения с семьей, которые действительно там четко понимают, что это мое любимое дело, я им занимаюсь, там, и, как говорится, наоборот, способствует мне в
том, чтобы у меня был какой-то прогресс. Вот, ребят, это, наверное, все там дальше про, скажем так, про мои вот эти там, или не знаю, какие-то советы или еще что-то, я даже не знаю, какие вопросы могут быть, но, в общем, дальше можно будет задать. Хотел бы рассказать про А1 триатлон. Вообще идея возникла из того, что, ну, достаточно, она на самом деле на плаву. И, ну, там, скажем так, не было никакой там долгой мыслительной деятельности, да. То есть я просто съездил на несколько стартов за рубеж, увидел сразу, как это происходит там, да, то есть там любой там, значит, вот соревнования, основные серии, это там, допустим, Ironman и челлендж, значит, ну, как это происходит там, то есть там действительно это происходит просто шоу, праздник, это, скажем так, ну, огромное количество эмоций, огромное количество людей, то есть там, скажем так, организация, безопасность, там, обстановка, настроение, атмосфера всего этого. Ну, просто которая там, не знаю, ну тут же тебя просто съедает, заражает, и ты просто весь во всем этом, да. И как раз-таки у нас в России первое, что бросилось, что я увидел, что, ну, таких стартов здесь нету там, да. То есть все старты у нас, они, скажем так, несколько попроще, несколько как-то, ну, и второе, как бы их очень мало там, да. Например, в Петербурге было там соревнование, оно проходило в Выборгмен там несколько лет подряд. Но вот я как раз узнал о том, что когда эта идея пришла, я узнал о том, что Выборгмен не будет там, да. Ну и, в общем-то, достаточно быстро назрела идея, почему этого нету, давайте это сделаем. Значит, вот мы там с командой ребят буквально в январе месяце приняли эту идею, значит, как таковую поставили себе план, значит, что мы хотим реализовать. Огромное количество там заняло времени, конечно, там согласования всякие, потому что, ну, как бы, чтобы такое мероприятие провести, по-моему, там 20 голосований нужно. Но радует то, что у нас сегодня в стране, ну, реально есть такая некая ставка на спорт. И если я знаю, что, например, как там строитель, значит, застройщик, там, я прихожу и там прошу, там, значит, там какие-то там бумаги, письма, то есть, ой, слушай, давай, значит, вот как-то надо это, значит, там, ну, как-то это воспринимается так, что, значит, ну, то есть такой стандартный путь. Когда ты приходишь с письмом о том, что ты хочешь провести такое мероприятие, реально, ну, очень отзывчиво, значит, все относятся, и, ну, согласование, хоть и долго заняли время, но все очень прошло достаточно быстро. Все поддержали идею того, что в Петербурге должен быть, ну, такой хороший, интересный старт. Вот мы провели старт, сейчас, я так понимаю, у нас видео, да, есть про него, там, сейчас я договорю, как мы его поставим. Значит, старт состоялся 5 июля, порядка 400 человек, чуть меньше, поучаствовало в нем. Это был старт на такую полудлинную дистанцию. Ну, на мой взгляд, получилось все так, на хорошо с плюсом. Значит, ну, многие участники отмечали, что на 5 с плюсом, значит, прошло. У нас, значит, после этого, естественно, сформировалось четкое желание двигать все это в родном городе, сделать Петербург вообще такой столицей триатлона. И она на самом деле, ну, Петербург на самом деле и был таким городом, да, и в Петербурге была сильная и федерация, и много было спортсменов, которые уезжали на Олимпиады, на чемпионаты мира. Но вот сейчас такая некая пауза, я думаю, что как раз это такая некая затишье перед бурей. Да, то есть вот хочется как-то постараться сделать так, чтобы в Петербурге были регулярно, значит, качественные, красивые старты. Вот ребята, которые проводят марафон «Белые ночи», ну вот он уже вошел как бы, значит, в такой бренд, ну как бы как некий бренд нашего города, да. И я, допустим, даже когда не был бегуном, я знал, допустим, там 2-3 года назад, что вот есть такой марафон, значит, и перекрывают город, и там куча людей куда-то бежит, тогда я так об этом думал. Но сейчас вот хочется, конечно, прийти к тому, чтобы там, в нашем родном городе был красивый, хороший старт по триатлону. Их было много. Вот. Поэтому вот такой старт состоялся первый. Это была наша первенец. Да? А второй старт мы решили сделать тут же, значит, накануне, поняв, что действительно есть желание, есть большое количество, значит, желающих поучаствовать в триатлоне именно здесь, в Петербурге. Мы объявили старт 29-30 числа. Сделали акцент на то, чтобы, ну, могли, скажем так, больше
как это сказать, большее количество участников, что ли, там, те, которые не могут в половинке поучаствовать, потому что, ну, спринт и триатлон, это, ну, извините, спринт и олимпийк, это короткие дистанции, и я считаю, что спринт, ну, практически любой, кто более-менее, значит, там, значит, как-то там, не знаю, бегает, прыгает, там, плавает и так далее, может, значит, может поучаствовать, попробовать и пройти его, то есть, действительно, там, дистанция доступна, и, на мой взгляд, вот, если заниматься триатлоном, значит, ну, надо начинать с него, да, и вот я всех приглашаю, значит, ребят, кто, у кого есть эта идея, у кого есть желание, вот прям вот советую, 29 числа, у нас, по-моему, 29 уже спринт, да? Да, 29 числа спринт, значит, поучаствовать в нем, кто себя более уверенно чувствует, это олимпийка, и, собственно говоря, для тех, кто не уверен в своих силах, там, ну вот есть шикарная история, это эстафета, то есть один плывет, другой едет, третий бежит. У нас, например, от компании как-то самостийно образовались, я даже не знал, день старта увидел, у нас вот девчонки, мальчишки сами объединились от компании, значит, вот поучаствовали, у нас от компании было несколько команд, которые, значит, вот себя попробовали, все получили огромное удовольствие. Вот. И вообще я хочу сказать, что, ну, для нас, допустим, как для организаторов, ну, самое важное – это, конечно же, эмоции людей. То есть ради этого мы вообще делаем это все, да? Потому что, ну, вот, немного мест можно увидеть, где человек реально себя чувствует счастливым, где есть неподдельная радость, усталость, там, не знаю, вот, там, чувство, что ты там победил, сделал это. И как раз-таки вот триатлон, ну, он порождает такие эмоции, порождает такие желания. Я хочу сказать, что вот вообще у нас это такая природная история, которая, ну, которой надо давать выход. Да? То есть мы все такие галлюминизированные, урбанизированные. И, ну, доказательство тому, что на самом деле так и есть, да, что у нас есть такие природные начала, которые, ну, которым надо давать выход, да, вот такие соревнования какие-то, такие компетишены, значит, испытания себя, это такая природная история, да, там вот, как это сказать, то есть природы мы еще когда в зародыше, там, где-то там вот этот зародыш куда-то бежит, и, по-моему, там, из какие-то цифры сумасшедшие, там, из, там, не знаю, поговорим на, как это сказать, детей здесь нету, то есть, значит, извиняюсь, сперме, значит, там какой-то миллионы, какие-то сотни миллионов этих сперматозоидов, которые там, значит, борются за то, чтобы добежать до, значит, собственно говоря, до цели, до своей, да, для того, чтобы, значит, оплодотвориться. И, блин, вот все мы когда-то вот эту дистанцию пробежали, и мне кажется, как бы... Как бы, ну, то есть это реально заложено у нас там на подсознательном уровне, поэтому, ну, как бы нужно находить выход для этого. И вот триатлон – это абсолютно точно, как бы, ну, один из способов. Поэтому, друзья, вас всех приглашаю на этот старт, либо на следующие наши старты. Вот мы будем объявлять, значит, буквально скоро наши планы на 2016 год. И они у нас такие, скажем, ну, мы с аппетитом смотрим на 2016 год и понимаем, что мы сделаем несколько уже крутых историй, которые скоро вам объявим. Поэтому, ну вот, есть предложение посмотреть, как было, значит, 5 июля, и потом можно перейти там в рубрику «Вопросы». Мы для вас подготовили не только спортивное событие, но также и само мероприятие, в котором могут поучаствовать ваши семьи, ваши дети, ваши друзья. Поэтому я вас приветствую всех. Welcome, друзья! Мы будем часто встречаться с вами здесь, на питерской земле, для того, чтобы получать удовольствие от триатлона. Триатлон – это уже образ жизни, поэтому триатлон развивается, триатлону ура, вам хороших стартов, хороших минут, секунд, часов. Спасибо!
вас поздравляю с нашим праздником. Желаю всем завтра хорошо показать свои результаты, те, на которые вы готовились. Завтра будет шикарная погода. Всем без травм. Fair play. Спасибо. Меня зовут Георгий Кауров. Сегодня на соревнованиях H1 триатлон в Санкт-Петербурге я занял первое место. 4 часа, 00 минут и 16 секунд. Георгий Кауров! Четко выплыли, сделал транзитку, поехал. Почувствовался хорошо на велике. Знал, что сзади Андрей Лядко добирает. Это было тяжело психологически, но это работал, старался. И вот выиграл. Друзья, я рад, что этот день вписан в историю триатлона сегодня. Ура!
Место чумовое, организация очень хорошая, все понравилось. Огромное спасибо, конечно же, оргкомитету Виктору Осокину, огромное спасибо волонтерам, без которых просто невозможно провести ни одни соревнования. Поэтому все удалось, все прошло на высочайшем уровне. Большой респект и уважение ко всем тем, кто принимал участие. Спасибо. То есть, и вот предложение там, может как-то какое-то исследование среди строителей, или посвященное, ну, чтобы стимулировать строителей, вовлечь в этот сряд. Супер. Не было таких мыслей? Не, на самом деле мысли, да, по-моему, уже без микрофона, на самом деле мысли такие, знаешь, какие есть мысли? То есть мы вообще вот в этом соревновании, если не успели, то мы обязательно на следующем сделаем, то есть мы хотим выделять определенные квоты. То есть, допустим, там МВД, у них же на самом деле есть реально сильные ребята, которые как бы вот готовы участвовать в старте. Там, допустим, городской администрации, чтобы прямо команды были, и ты видел прямо этих людей, и как бы, чтобы они вместе с тобой рядом стартовали. Насчет строителей, значит, ну, надо что-то попробовать, может быть, да? Еще вопрос, а почему А1? Почему не, допустим, не О2? Да, я только еще хотел, знаешь, что сказать, что, например, вот в альпинизме, реально так, что как бы все практически, вот я помню, последний раз ездил на поляну Москвина в Таджикистан, там, на пик коммунизма, и вот там пайп-лагерь, там 200 человек, из 200 человек там было человек 70 иностранцев, 130 человек было русских, из 130, наверное, человек 125 это были строители, то есть реально со всех городов строители, вот они все в альпинизме, так как-то вот, ну посмотрим, может быть, при одном получится применять. Насчет А1, как бы ситуация, ну, достаточно простая. То есть, ну, как бы, просто закладывали определенную философию, думали всякие назвать как-то, не знаю, там, Powers, там, этот самый, там, потом Iron, чего-то там. То есть, ну, на самом деле поняли, что, как бы, ну, как-то это все банально, вот, потому что, ну, как-то совсем это, как бы, знаешь, ну, не делают же, там, не знаю, Iron Man 2, для чего-то, да? Значит, есть один, там, и пускай будет. А один, то есть, там такая некая философия заложена, А – это первая буква алфавита, единица, первая цифра, значит, первая цифра, ну а как бы дальше уже стоишь ты, да, то есть как бы, в принципе, отсюда такой слоган «Будь среди первых», да, вот, собственно говоря, стремление быть первым заложено, как бы так. Ребят, предлагаю это самое. Спасибо. Ну, давайте, кто следующий? Наш. Ну, не знаю, дилетантский, может, вопрос, а как вы порекомендуете насчет подготовки? Это должно быть параллельно идти все три вида спорта? И второе, получается, что если, я так понимаю, разница есть в открытой воде и бассейне, получается, что здесь можно готовиться только там в какой-то летний период, то есть так в течение зимы это только бассейн получается? Слушайте, ребят, точно абсолютно хочу сакцентировать, что я не тренер, да, то есть я вот мои, пожалуйста, советы, чтобы ни в коем случае не считал, что вот там этот парень 10 месяцев позанимался, уже тут учит людей жизни. Я не знаю, я все только как бы тоже изучаю, но надо, как я понимаю, значит, то есть ты занимаешься всеми, конечно, тремя составляющими. На самом деле здесь есть еще отдельно УФП. Я понимаю, например, что без УФП, ну, как бы практически, ну, такая история, она точно тебе помогает, там, да, это все там какие-то разные, там, значит,
сгибания, разгибания, прессы, спина и так далее. Вот. И там отдельная история, это в триатлоне, это транзитные зоны, да. То есть на самом деле это еще одна дисциплина, потому что когда я первый раз вбежал в транзитную зону, ну я, по-моему, там что-то находился минут 10, то есть у меня футболку не снять, она мокрая. Я там начал бегать, люди, они мне снимают футболку. Значит, велосипед что-то там за что-то запнулся. То есть такая вот тоже история, над которой надо работать. И если говорить, например, о бассейне, об открытой воде, то есть, ну, зимой абсолютно точно там тренируешься в бассейнах. Я и летом сейчас тренируюсь, то есть я на эту неделю успел два раза в бассейне потренироваться. Один раз успел на открытой воде потренироваться. У нас в разливе шикарные дистанции, любое озеро практически выбираешь, так как в триатлоне, как правило, старт происходит в гидрокостюме. Ты можешь точно так же в гидрокостюме поехать на любое озеро, там, попробовать. Но если говорить о моих пропорциях, то, наверное, где-то из 20 тренировок по плаванию у меня одна тренировка на открытой воде. Да? И, как правило, это даже вот больше там, перед стартом. Если ты куда-то приехал, там, например, в морскую, там, в море заплыв, то ты просто идешь, там, пробуешь там, дистанцию, там, как-то приплылся к ней. Да? А так вся работа в бассейне происходит. У кого еще есть вопросы? Давайте. Вот, если можно, если знаете, подсказать какие-то информационные ресурсы, источники, где можно подчеркнуть о составлении индивидуальных планов, вот исходя из стартовых своих условий, да? Ну, то есть я дружу со спортом, понятно, что если бы я бы не задавал такие вопросы, но для того, чтобы оттолкнуться от сегодняшнего и составить какую-то перспективу, там, среднесрочную, долгосрочную, или это только тренер может. И второй вопрос сразу. О взаимозамещении, взаимосвязи и в то же время взаимозамещении дорожки и бега в естественных условиях и велотренажера и в естественных условиях тренироваться на велосипеде. Значит, по поводу тренироваться без тренера, то есть я могу сказать так, что абсолютно точно там, можно, наверное, и так, то есть я просто не выбрал этот путь, я пошел через путь с тренером, но я просто знаю, что ну, есть источники такие информации, потому что важно же не просто только план, а кто как проходит, то есть ты изучаешь, у кого какие результаты, какие ощущения, кто чем делится. То есть есть ресурс, например, TriLife, значит, на котором, в принципе, ну, такой площадка номер один по всем там, как бы, по освещению всех событий, там много отчетов новичков, любителей, там, профессионалов, и многое можно из них подчеркнуть. Вот. У меня, например, большой интерес представляет это то, что сейчас появились разные площадки, которые предоставляют планы подготовки. И я могу сказать так, что, например, у меня процентов 95, ну, даже если говорить о тренере, это дистанционная работа с тренером. Uh-huh. То есть план пишется как бы у меня в онлайн, в программе в определенной, как бы я вижу свою неделю. Да, то есть я знаю, как я тренируюсь, тренер знает, какое у меня соревнование и так далее. Но на самом деле есть такая площадка Training Peaks, да, вот, значит, это американская площадка, там на английском языке все, но там прям магазин. И ты прям можешь посмотреть, там, значит, вот у тебя план подготовки за 24 недели, там, к такой-то дистанции, за там, 4 недели к такой-то дистанции. То есть все эти планы есть. Просто вопрос в том, что все равно, как бы, ну, это, скажем так, такая материя, то все равно нужен кто-то, кто вам будет, там, не знаю, ну, там, какие-то, скажем так, советы давать. Поэтому не обязательно это там прям вот тренер-тренер, да, но как минимум кто-то, кто, скажем так, будет подтверждать вам, что вы там в правильном, неправильном направлении двигаетесь. Потому что, ну, можно же неправильно понять там, что написано в этом плане. Очень, на самом деле, вот у меня не сразу это пришло. То есть я первые, значит, там где-то, наверное, месяца 3-4, я просто вот фигачил, и как бы у меня было такое ощущение, что вот как бы написан план, все, ты полюбил, вот как хочешь. Я некоторые тренировки, я просто доползал на бровях. То есть вот в прямом смысле я вечером доползал с тренировки на бровях, и с утра я знал, что я просыпаюсь, и мне опять надо там куда-то бежать. С одной стороны, это такая тренерская как бы история, да, вопрос к тренеру. Другой вопрос, что я тренеру не давал обратную связь, да, то есть я ему не говорил, что, слушай, там, он же не знает, что у меня там внутри происходит, там, да, то есть мы с ним не видимся, там, знаешь, там, план в интернете написан и так далее. Сейчас у меня абсолютно четкая история, вне зависимости, что написано в плане, это уже последние два месяца, наверное, так, я абсолютно четко понимаю, что если я вечером пришел вот таким, как я сказал, да, там, я понимаю, что я устал, там, на работе могло что-то произойти, не знаю, там, семья, там, еще что-то там, значит, какие-то вещи. Я абсолютно четко, я корректирую, например, этот план, извиняюсь за выражение, то есть для меня важнее мое ощущение.
да? И очень важно то, что все тренировки, вообще все тренировки, они должны всегда заходить как бы, ну, на удовольствие. Да, если ты это делаешь вот через это не хочу, через больно, там, через не могу и так далее, там, да, ну, как бы, я понимаю так, что это какая-то такая, ну, то есть ты либо стоишь на месте, либо ты, может быть, даже плавно как бы съезжаешь назад, да? Поэтому очень важно, чтобы ты был восстановлен, у тебя было желание, ты прям вот, я не знаю, как, ну, это то же самое, что в еде, да, если ты там, голода у тебя нету, то, ну, там, как бы, ну, зачем себя что-то там запихивать, уже не лезет, там, да. Поэтому вот я как бы советую, значит, ну, поизучать на Трилайфе, посмотреть вот эти ресурсы, ну и все-таки, может быть, найти кого-то, консультанта хотя бы там на первые там стадии, там, да, значит, потому что такие возможности есть, все понятно, упирается, как бы там готовы вы платить, не готовы, но я считаю, что, значит, первое время абсолютно точно кто-то вас должен как бы консультировать. И по поводу, значит, вот то, что вы сказали, вело, да, то есть вот, но... Я воспринимаю так, что зимой, понятное дело, это в основном там замещение, либо, например, в Питере на треке можно кататься, но это, конечно, не передает реальных, скажем так, условий там дорожных. То есть, как бы, ну вот реальная картинка, как бы, на дороге, она, конечно, совершенно другая, совершенно другие ощущения, там много, наверное, других мышц включается, которые там стабилизируют тебя там в поворотах, не знаю, перед ямками там и так далее. Другая история, там, да? Потому что на тренажере ты можешь вообще мозгами отвлечься. Я иногда ставлю себе там, не знаю, Тур де Франс там какой-нибудь записи, либо фильм какой-нибудь, вот там 2 часа ты там работаешь. Но зато тренажер, он дает как бы возможность, на мой взгляд, как раз таки фокусироваться на тех задачах, которые прямо вот тебе нужны, там, да, допустим, там, не знаю, там вот есть там какие-то интервальные истории в нагрузке. То есть на велосипеде, ну, ты устанешь там ловить, например, то горка какая-то, то поворот, то машина, то есть ты будешь сбиваться. Здесь на тренажере ты четко как бы вот отрабатываешь там какие-то вещи. У меня сейчас где-то примерно, ну, 3 тренировки – это улица, 1 тренировка – 100% тренажер, да, как-то, как-то так. То есть они как бы, ну, не замещают друг друга, а дополняют что-то. И дорожки – то же самое, бег. Бег я на дорожке не бегаю, хотя вот слышал много всего, просто у меня что-то как-то, не знаю, не доходит. То есть я просто живу там в пригороде, как бы, и, ну, для меня это как бы кайф там бегать, как бы, я не знаю, там, не знаю, нюхать запахи, смотреть там, не знаю, на деревья, там, что-то размышлять, пока я там бегу. Свежий воздух, там, независимости, там, даже минус 18, там, значит, это было там прошлой зимой, позапрошлой зимой, значит, я там как-то выбрался, значит, покрылся весь этим пятым. Значит, поэтому... Не оптимистично. Да. Не оптимистично, но как бы реально. То есть дорожка, как бы дорожку, я скажу честно, я не пробовал ни разу. Наверное, хотя кто-то, вот я, например, хотел сказать, что очень большая польза, например, у меня всегда вот осознание чего-то, это вот я ходил на семинары, значит, вот по технике бега, там, к Леониду Швецову, вот он приезжал сюда в Питер, значит, к Надежде Семенюк, она тоже приезжала сюда в Питер. Ну, то есть, это такие семинары, когда ты идешь на несколько часов, но ты реально в другом качестве узнаешь информацию. Там, вот Романов Николай приезжал буквально там, 2-3 недели назад, там был семинар, у меня как раз так, как бы, триатлоном адаптировал все свои там, знания. То есть, вот на такие вещи надо ходить, то есть, надо постоянно где-то подпитываться. Потому что там, ну, вот я так понимаю, что бег живи, бег учись. И нету никакой истории, которая тебе там за месяц будет сказана, и там, например, через месяц все, ты там стал асом, и дальше там импровизируешь. То есть огромные вещи, все меняется в нашем организме, поэтому, ну, куча всяких нюансов, которые надо черпать. Спасибо. Ты сказал, что, в принципе, цель может быть любой, не только спортивной, да? И, скажем так, главное любить цель, да? Я бы хотел слышать тебя, если ты об этом думал, конечно. Есть ли модель движения к цели, да? Говорят, что жизнь – это движение, да? А можешь ли ты разложить на какие-то компоненты сам процесс движения, достижения цели? То есть вот эти вещи, как планирование, контрольные точки, и расписать, если можно, на таком уровне, скажем так, не спортивном, а уже абстрактном, если ты видишь, конечно, такой уровень, который можно приложить к разным аспектам жизни, спорт, семья и так далее. Спасибо. Хорошо. Ну, я на самом деле реально, то есть как бы либо здесь как бы прям вот долго все раскладывать, либо, значит, быстро. Мое понимание, что есть главная вещь, да, то есть надо просто вот, если есть желание, да, то есть вот это и является этим движением, этой движущей силой, там, не знаю, бензином, на который ты едешь, да, на котором ты едешь под любовью, да, вот когда я говорю, что любишь свою цель, я и говорю о сильном желании, сильном влечении, да, вот к этому, да, к
Когда это есть, то есть по большому счету, ну там, повторюсь, там стандартная история, абсолютно точно цель, она должна быть там измерима, да, то есть ты должен понимать, что это во времени, где это, как это, ты должен ее реально там, не знаю, представлять. С моим соревнованием это крайне просто, я поэтому и показываю, что как бы вот, собственно говоря, цель. У нее есть место, есть время, есть, значит, там, значит, ее какие-то характеристики, что я должен сделать и так далее. Дальше ты уже отлистываешь, у тебя есть план, есть контрольные точки. Это вот те самые соревнования, про которые я сказал, я прошел. То есть я к ним готовился, некие ступенечки, контрольные точечки и так далее, да. Безусловно, значит, важны ресурсы, ты должен с ними разобраться, то есть они у тебя есть, но у тебя их нет, да. Если у тебя сильно желание, ты всегда найдешь ресурсы, да, то есть там, потому что очень часто рассказывают про то, что там, вот, блин, триатлон, это так дорого, значит, еще что-то там, да, блин, на А1 триатлоне ребята приходили, ехали там чуть ли не на велосипедах Мишутка, понимаешь, в шлемах каких-то там, вообще просто я стоял, даже вообще не понимал, кто это мимо там проезжал. У них есть просто желание, они в триатлон, и все. То есть, как бы, а кто-то будет сидеть, понимаешь, там, до конца жизни, значит, там, и говорит, блин, ну, понятно, у них там велосипеды, там, по 200 тысяч рублей, значит, все ясно, там, у них кроссовки, блин, там, значит, за, там, 10 тысяч рублей, то есть, ну, поэтому, как бы, опять же, есть желание, у тебя, там, ресурсы 100% появятся, ты их найдешь. И вот, как бы, ну, такие, это основные вещи, да. Желание, планирование, а вот расписывать как это, ну, сейчас, наверное, там точно как бы не стану. Спасибо.